слышишь? Марк? Слава богу. Ты меня так напугала. Что со мной было? Иона сказал, что отошел на минутку, вернулся, тебя уже не было. Лёлечна, мы искали тебя всю ночь. Нашли замерзшую и без сознания в лесу. Тебе повезло, что у тебя костюм с подогревом, иначе бы замерзла насмерть. Отойди отсюда, а? Ты вообще должен следить так, за ней был. Стопэ! У меня нигде тебя без глазу. Лёлечна, мои поздравления. Серьезных повреждений нет, так врач сказал. Так что в гробу смотрелось бы просто великолепно. Ин. А что у тебя рука обожжена? Ты что там, мангал разжигала? Ты как туда попала вообще? Я хотела покататься одна и случайно заблудилась. И нашла то место. Какое место? Пещеру. Там был Карлос. Карлос? И этот парень, как его, ну, у него такой еще был полосатый шнурок на шее. Васька? И еще там было несколько человек. И они все были закованы в лед. В лед. Ольга, а вот теперь с этого момента подробнее. Послушай, Лёлечна, а ты уверена в том, что видела? Абсолютно. Я бы просто с ума сошла. Нет. И что там реально? Все голые стояли? Сейчас сама все увидишь. Ладно, прости, пожалуйста. У нее муж, короче, он ее, оказывается, избивал. Ну и вот один раз, блин, у нее... Ты же мне веришь? Да ладно. Мы с ним поговорили. Оль, ну, может, ты съехала неудачно, упала и... Треснула с головой и растеряла мозги. Оль, ну, это все правда. Очень странно. Нет, ну серьезно, ты думаешь, я просто все это придумала? Это мои какие-то бредовые фантазии? Кара, так, все, успокой... брейк, разошлись. Лёлечна, я тебе говорила, ну, а как дальше? Что с этим киборгом каши не сваришь. Ну, все, полиция приехала, говорит, что давайте поедем, общаться будем. Так, значит, потерпевшую... обнаружили где-то здесь. Именно. Ну? Где пещера-то? Я бежала откуда-то оттуда, кажется. Оттуда, кажется. Ладно. В общем, место дислокации понятно. Идемте. Чего там? Рюкзак. Где? Вон там. Ну-ка дай. Повезло. Я, наверное, сняла и оставила его в пещере. Опустите. Не помню. Куда? Тихо. Так, внимание всем. Всех касается. Значит, кроме нас, потерпевшие, никто не подходит. Вы особенно. Пойдемте. Ну вот, вроде. Ну вот, рюкзак. Что, рюкзак признаете? Конечно, это мой рюкзак. Ну вот. Ну... значит, вы утверждаете, что обнаружили пещеру с трупами? Да, я утверждаю. Ну, а трупы-то где? Так. Рассосались, значит, похоже. Но этого не может быть. Я да нет, сама ну, видела. Вы не переживайте. Ну, женщина одна ночью. Нервное расстройство. Да? Со всяким может случиться. А рука? Рука, обожженная факелом. Это что, по-вашему? Рука это... А у вас, наверное, была зажигалка. Вы решили разжечь костер, согреться. Хотите конфетку? Да
Да не хочу я ничего. Ну, возьмите. Не обижайте старика. Спасибо. Ну что, пойдем? Обрадуем остальных. В конце концов, программа «Минимум» на сегодня выполнена. Рюкзак нашли. Так что, ой, старость не радость. Новостей пока Руссо, так понимаю, нет? Господин Звягинцев. Да. Да? У меня к вам просьба. Вы, пожалуйста, серьезно слова моей жены не воспринимаете? А что такое? У нее печальная наследственность. Мать ее, советская художница Мадана, может быть, слышали? Нет, я в художниках не очень, но... Она полжизни в психиатрической лечебнице провела. А потом покончила жизнь самоубийством на глазах у 12-летней Оли. О, кошмар какой. Да, но я просто, честно говоря, ожидал подобного. Видимо, она не смогла пережить это. Маленькая девочка переживает сейчас. Это я понимаю. Мы еще когда прилетели, цыганка нагадала, наговорила ей чушь какую-то. А она... Ну, видимо, это стало катализатором. А-а-а. Кошмары стали сниться. Я-то чем могу помочь? Вы, пожалуйста, не поощряйте ее фантазии, хорошо? А, нет, нет. Ты забыл добавить, доктор. Оль. Только, может быть, тебе об этом лучше поговорить с местным врачом, а не с охранником? Я просто хотел, чтобы... Может, он найдет способ править мне мозги? Или подберет мне фасон смирительной рубашки? Не надо со мной разговаривать, как сумасшедший! Предатель! Ты мне все время врала! На самом деле, ты считаешь меня безумной? Все, пойдем! Побуди меня! Да что с тобой? Все, хорош, парни. Все, закончим, закончим. Спокойно, спокойно. Ну почему? Почему ты не отвечаешь, когда ты так нужен? А ты чего тут? Ничего, хочу побыть одна. Ну, ясно. Так что вы, главное, не волнуйтесь. А это еще кто? Вася, до свидания. Доктор наш, Элин. Нечешный, кстати. Что? Советуют, что мне вколоть от помешательства? Перестань, Лёлишна. Ты простыла и сама об этом знаешь. Тоже считаешь, что я схожу с ума? Ну, конечно. Послушай, это твой глюк с пещеры, дурной знак. Ты о чем? Ни о чем, а о ком, о братьях. О братьях? Ну, очевидно, что они не ладят, понимаешь? Особенно старается младшенький. Ну, конечно, сидеть тут с голой задницей. Чье угодно самолюбие взводит. А я здесь при чем? Да не ты, Марк. Богатенький братец с красоткой женой. Сложно удержаться от мести, м? Какой мести? Доказать, что его благополучие червивое. Например, жена с прибабахом. И он от тебя чем-то поил? Ну да, отварами какими-то целебными. Ну вот. Ольга. А мы можем поговорить наедине? Да. И, наконец, вторая строчка нашего ретро-хит-парада – композиция «Маковый цветок» вокально-инструментального ансамбля под управлением Камиля Абдуллина. Приятного аппетита. Спасибо. Хотите? Нормальной еды, так понимаю, нет. Извините. Вы занимаете такое положение. Могли бы выглядеть и поприличнее. Ну, невозможно доверять такой, ну, с позволения сказать, шляпе. Учту. Да вы ешьте, ешьте. Да нет, я все-таки не могу успокоиться. Да что ж такое? Эта девочка вроде бы сама призналась в своем помешательстве. И муж подтвердил это дурной наследственностью. Да.
Но что-то в ее рассказе меня зацепило. И я поняла, что. Любопытно. Ну, дайте хоть чаю, что ли. Вот это я показала Красинской. Больше Карлса она не видела. Вы ничего не замечаете? Красиво поет? Шрам. Но у него нет никакого шрама. Именно. Он получил его именно здесь, перед исчезновением. Упал на трассе, оцарапался о наст. Хотите сказать? Да. Она видела в пещере Карлоса. Ольга, мы имеем дело с маньяком, причем не глупым. Он наверняка перенес рюкзак, поэтому ты не смогла найти пещеру. Может быть, я не нашла ее, потому что ее нет? Может быть, у меня правда было временное помутнение? Ну, вот я этого и боялся. Чего? Они убедили тебя все забыть. А ты смогла бы забыть тех мертвых людей? Я не знаю. Оля, пещера есть. Послушай ты, она есть. И ты нам нужна, чтобы ее найти. Ты простыла. На, выпей, тебе станет легче. Не надо мне ничего, слышишь? Уйди! Оля! Оставь Оля! Меня в покое! Вон, отойди от нее! Зачем ты лезешь к нам в семью? Марк! Пошел ты. Я не знаю, что со мной происходит. Марк, я перестаю себя контролировать, как будто в меня и правда кто-то вселился, Марк. Марк, а вдруг это Манана? Все, успокойся. Я думаю, все. В розе ветров пропало или внезапно уехало несколько человек. А вот Оксана Маляренко, 35 лет, особая примета, большие серьги в виде растений. Можно? Точно такие же видела Ольга в пещере. Что с вами? Что? Вам плохо? Воды? Да нет, не надо. Сейчас пройдет. Просто если все, что вы говорите, правда, Васьки больше нет. Его? Он мне был как сын. Мой погиб. Упал с крыши. Вася на него похож. Вы не должны опускать руки. Наша жизнь зависит от вас. Извините. Она узнала о пещере раньше времени. Это плохо. Больше всего я боюсь, что моя работа будет прервана. Она отправилась на поиски вместе с этим омерзительным охранником. Он становится опасен. Можно было бы его убрать. Но как натурщик он меня не интересует. Его тело не вызывает ничего, кроме отвращения. Кажется, я все сделал правильно. Я переставил рюкзак в другой скале. Музей не нашли. И теперь она думает, что это все лишь кошмар. Марк! Марк! Оля! Марк! Оль! Пожалуйста, пожалуйста, забери меня отсюда. Марк! Пожалуйста. Оль. Марк. Оль, ты меня слышишь? Да. Оль! Марк. Оля! Держи. Тебе это нужно выпить. Спасибо. Оль, почему ты сегодня ночью ушла из дома? Тебе же врач велел хотя бы пару дней полежать в постели. Я не знаю.
Как это не знаю? Я не помню. Я ничего не помню. Я пришел где-то в час, и уже спала. Да. Да-да, я... Я помню, как ты долго сидел, работал за ноутбуком, да? А потом ты подбросил дрова в камин. Это же было. Было. И все. Понимаешь? Господи, я боюсь себя, Марк. Я боюсь, что у меня начинается то же самое, что было у Мананы. Она также пропадала из дома, а потом вообще ничего не помнила. Опять. У меня астигматизм. Заказать такие очки – хлопотное дело. Хотите? Хочу. Ну, давайте, рассказывайте все с самого начала. На меня было совершено... нападение. Значит, выходит, здесь он на вас напал, а орудие, стало быть... Этот? Да, да, похоже, орудовали этим. Он начал крушить все вокруг, и когда я сделала ему замечание, он набросился на меня, сорвал с меня очки, разбил и сказал, что я старая дура. А мне ведь только 43. Да? Да. Ну, скажите спасибо, что не убил. Да, а что, мог? Если человек находится в неадеквате, вы, конечно же, его не рассмотрели. Почему же? Мне показалось, что это была Ольга Красинская. Да ладно. Пойдем. Откройте! Кто там? Звягинцев. Что случилось? Похоже, что да. А завтра утром нельзя было это решить? Мне нужна ваша жена. Это что? Это тоже я? Да. Когда? После того, как ударили меня по лицу и перед тем, как назвали меня старой дурой. Помню отчество. Ольга Игоревна. Вопрос в сущности один. Зачем вы все это сделали? Так, подождите, вы что здесь устраиваете? Являетесь среди ночи, рассказываете нам какие-то небылицы. Почему небылицы? Да потому что. Потому что мы вместе были в это время. Что? Вы хотите уличить меня во лжи? Я, может быть, и плохо вижу. Вот именно. Но не до такой степени, чтоб я не могла узнать человека с двух шагов. Так, тем более, ладно, я помню всех людей, с которыми встречалась. У меня профессиональная память. Ты что здесь забыла? А что с Лёлишной? С каких это щей я чуть по морде от неё не получила минут 40 назад. В смысле? Лёлишна, ты чего? Я выхожу из бара, навстречу ты. Пронеслась как на шабаш, только метлы не хватало. Толкнула меня. Мать, ау, ты чего? Марк. Подождите! Извините, хотел поговорить с вами. Солгал я вам. Не все время я с женой был. Как-то хотел защитить Ольгу. Да ее нужно защищать от нее самой. Я понимаю, я готов ущерб возместить. Я думаю, этого достаточно будет. Уберите, молодой человек. А часто с ней такое?
Да нет. Да вы понимаете, что приступ неконтролируемой ярости может вылиться во что-то очень серьезное. Вам срочно нужно показать ее психиатру. Вы же из Москвы? Да. Ну вот, у меня там много знакомых, клиника неврозов. Я могу вам дать телефон. Вот. И идите к жене. Не оставляйте ее в таком состоянии. Все в порядке, она с Инессой. Ей нужен муж, а не подруга. Хорошо. Спасибо вам за понимание. Спасибо. Подумать только, да? Такая милая женщина. Ну, актик-то все равно придется составить. Знаете что, Звягинцев? Я не желаю в этом участвовать. Наталья, а какого лешего тогда было все затевать-то? Инка, я просто не понимаю, что со мной происходит. Я ничего этого не помню. Но ты же веришь мне? Ну, конечно, верю. И сейчас я — это я. Правда? А ну-ка давай проверим. Ты помнишь, из-за чего мы с тобой поссорились единственный раз в жизни? Ну, конечно. Конечно, я помню, это было в школе, в 7 классе. Мы поссорились из-за... Андрюхи Кривецкого. Точно. Да. Ну вот видишь, ты – это ты. И не вздумай париться. Слышишь, Люлишна? Спасибо. Не вешай нос. До завтра. Пока. Счастливо. Счастливо. На, прими успокоительное. Боишься меня? Я тебя люблю. Давай уедем отсюда. Обязательно. Ты вообще меня прости, что я тебя в эту дыру вытащил. Послезавтра уедем. Почему только послезавтра? Там рейсов раньше нет. А в городской дешевой гостинице не хочется торчать. Мы здесь коттеджи переждем. На. Выпей. Сейчас водички принесу. Юрик, душка, вы знаете, я уже давно выросла из детских штанишек. Айда на черную трассу. К сожалению, Инесса, не могу этого допустить. Почему это? Моим шефом и оной роль телохранителя возложена на меня. А он сказал, черная трасса табу. Ну, все понятно. Вечная бдительность – залог свободы. Что, простите? Картина Рокуэлла Кента. А, я больше импрессионистов люблю. Ну надо же, вы у нас разбираетесь не только в собаках и снеговых пушках. Круг моих интересов гораздо шире. Хотя с 3-го курса художественной академии я слетел. Может, поэтому не дружу с современной живописью. Угу. И с современной техникой тоже. Вы не нажали запись, Юрик. Ну вот. Я же говорил, гаджеты меня не любят. И это взаимно. У меня даже телефон самый простой, кнопочный, из серии «Звонит, и ладно». Юрик, Юрик, прием. Дуй на объект, собаки нужны. Понял. Сейчас буду. Инесса, я буквально на полчаса рассчитываю на вашу благоразумность. Иначе его нам не голову оторвет. Я постараюсь ее сохранить. Нужно выколоть глаза. Доброе утро. Как спалось? Спасибо, что пытался выгородить меня вчера. Марк, ты же не бросишь меня? Конечно, нет. Но ты мне должна помочь. Не позволяй этому овладевать тобой.
хотя бы ради меня. Я буду очень стараться. Кара, пойду поговорю с доктором. Давай завтракай. В общем, проблемы со сном и перепад настроения у нее достаточно резкий. И основное, конечно, не помнит она ничего. Достаточно сильные у нее провалы в памяти. У ее матери было... Что происходит? Что? Стучишь на свою безумную женушку, милый? Не надо так. Ну, и что мы имеем в анамнезе, доктор? Параноидальное состояние, мания преследования или, может быть, навязчивая идея? Сейчас не самое подходящее время, Кар. А подходящего времени уже не будет, Марк. Ты же сдашь меня в психушку, где меня будут колоть, заворачивать в мокрые простыни, надевать на меня смирительную рубашку, есть, да, доктор? Есть более щадящий вариант. Помолчи сейчас. То есть ты уже продумал все варианты, Марк? Кар, возьми себя в руки. Давай уже. Давай быстрее сдай меня в желтый дом, лишь бы только подальше от мужа, который постоянно лжет. Да возьми ты себя в руки, Кара! Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Доктор мне принес лекарство от простуды. Эй, детка, будь осторожнее. Thank you, my honey. Спасибо, милый. Игорь Анатольевич, да мы справимся, все у нас под контролем. Ну, вы понимаете, что у нас штормовое предупреждение, ну нельзя лететь. Игорь Анатольевич. Сейчас, одну секунду. Давай. Папочка, Марк прав, сейчас это очень опасно, нужно отложить полет. Вот пришел доктор, мы совсем... Ну что? Он бросил трубку. Но... Ведь он же полетит, Марк, я его знаю. Сейчас все решится. Как это с ней могло произойти? Почему мы не досмотрели? Где мы были? Что? Дал я ей обезболивающее. Боль в области крестца и обеих лодыжек. Во всяком случае, она так говорит. Да, но... Она же будет ходить, верно? Позвоночник цел, но... Возможны внутренние повреждения. Слабая чувствительность конечностей практически никакой. Тут нужен осмотр в стационаре. Мы сделаем, все сделаем. Что произошло? Так, подожди. А что бывает с лыжниками, которые гоняют где ни попадя, без соответствующих навыков? Забралась на черную трассу и шлепнулась. Лёлисна! Лёлисна! Да! Сейчас. Подожди. Ей нужен полный покой. Как ты себя чувствуешь? Паршиво. Как ноги? Не знаю, вроде не болит ничего. Ну, слава богу. А ты думала, у меня обломки костей торчать будут?
Так, перестань. Ты можешь пальцами пошевелить? Что? Не могу. Спокойно. Черт, черт, черт. Ну почему это случилось со мной, а не с твоим Мариком? Инка, пожалуйста. У меня что, сломаны ноги? Доктор сказал, что ничего страшного не произошло. Это просто временно. Я ничего не чувствую. Пожалуйста, только давай сейчас без подвигов. Я что, больше никогда не встану? Ничего страшного не произошло, только не раскисай. Я ничего не чувствую. Девочки, Игорь Анатольевич, на подлете минут через 20 будет. Что мне сделать, чтобы он меня не оставил? Глупая! Просто оставаться собой. Правда? Угу. Как я выгляжу? Неплохо. Почему не отлично? Потому что ты неисправимая кокетка. Дай мне, пожалуйста, мою косметичку. О, идешь на поправку. Где она? Там в ящике. Папа, ну наконец-то. Привет, малыш. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Ее можно перевозить? Ну, похоже, что да. Она вообще в сознании? Конечно. Она вас ждет. Пойдемте, провожу. Где тут у вас бар? Отец сказал, что вам лететь 20 минут. Вас не было больше часа. Что случилось? Да мы в жуткую болтанку попали. Вообще не понимаю, как мы не рухнули. Да вообще, если бы не ваш сумасшедший папаша такие же снова деньжища предложил, да я бы не полетел. Лучше еще полгода в летном отряде без зарплаты. Бар, где у вас? Игорь. Девочка моя. Ну, как ты так могла поступить с папочкой? Завтра утром мы отсюда улетаем. Конечно. Мой врач поставит тебя на ноги. Но если я вдруг не встану, ты же меня не оставишь. Да что ты такое говоришь? Пойдем в душ. Ниночка, девочка моя, ну как пойдем, же так? Это я пришел проведать больную. А вы, я так понимаю, местный врач? Правильно понимаете. А вы, как я понимаю, обеспокоены папаши? Это мой муж. Ну, муж так муж. Я, собственно, пришел сделать укол. Ну да, делайте, делайте. Благодарю. Так что-нибудь чувствуем? А вот так? Нет. Ну, а так? Почему Инесса не может встать на ноги? Возможно, посттравматический шок. Но в данных условиях более конкретно сказать не могу. Послушай, ты, щенок, если ты еще хоть раз посмотришь на мою жену таким сальным взглядом, я тебя раздавлю. Ты меня понял? Я понял. Не слышу. Понял. Какие будут рекомендации, доктор? Покой и обездвиженность. И это все? Я дал ей, вашей жене, обезболивающее. Ну? Могу дать снотворное, очень хорошее, немецкое, качественное. Несите. Ага. Почему она осталась на трассе одна? Она никогда профессионально не каталась на лыжах. Да ну не нужно профессионалом быть, чтобы с горы спуститься. Это несчастный случай. С ней этого не должно было произойти. Я да. тебя предупреждал. Папа! Игорь Анатольевич, все нормально, Оль. Уберите Господи, руки. Господи, да ты несешь чушь. Ты ведешь себя как мальчишка. Ты прилетел сюда, рискуя собой и жизнью этого несчастного летчика. Понимаешь, что ты смешон? А по-моему, тебе достаточно пить, малыш. А обо мне? О своей дочери ты подумал? Если бы ты погиб, что бы было со мной? Или, может быть, ты вообще забыл, что у тебя есть дочь? Заткнись! Моя дочь мне никогда бы такого не сказала! Все, давайте успокоимся. Завтра обо всем поговорим. Пойдем. Все. Ну, конечно!
любовь. Конечно, я не твоя дочь, я мамина. Только почему-то всю жизнь я тебя любила больше, чем ее. А сейчас я об этом очень жалею. Оля, твоя мать давно умерла. А вот этого никто не знает наверняка. Я тебе этого не прощу. Ты понял? Все, тебе не надо волноваться. Успокойся, пожалуйста. Со мной все в порядке. Пойдем. Отпусти меня, да не надо меня никуда провожать. Да, Звягинцев, слушаю. Палыч, в люксе на третьем этаже тетка кричит. Минут 15 уже, соседи жалуются. Кто кричит? Тетка кричит. Ну, чего ж ты, Вань? Сам, что ли, открыть не мог? Ага, я так открыл в прошлом году люкс. Тоже соседи жаловались. Оказалось, любовница олигарха одного так орала. Игры у них такие были. Он напивался и колотил ее до полусмерти. Я тогда еще чуть пулю в лоб от него не получил. О. А любовница от дачи показаний тогда отказалась. Выходит, я еще и крайний стал, да? Так что, Палыч, ты у нас главный по безопасности. Вот и давай, жизнь. Не скучная у нас жизнь. Писать бы чем. Ну ладно, может, запомню. А, итак, вы заснули. Да, потом я очнулась, и было темно, и ему уже не было. Я подумала, Игоря, что он просто держался в баре. Mm-hmm. Стало светать, и я... Mm-hmm. Я увидела его, лежащего на полу. Я позвала, он не отозвался. И вы подумали, что он пьяный? Да, я стала кричать, звать на помощь. Я не могла. Нормально. Сейчас нормально все будет. Давайте ее несем. До телефона. Свободный номер. Кирилл, Мефодий, давайте побыстрее. Инесса, все будет хорошо. Прости меня. Тебе не стоит извиняться. Он очень огорчился, да? Угу. Пойду к нему. Подожди. Мы с ним разошлись часа в 4 утра. Он спит, наверное. Марк, ну открой глаза, я не могу разговаривать, когда ты с закрытыми... Что? Господи, что это? Кровь, Марк. Ты что, порезался? Сейчас посмотрю. А ну-ка покажи. Значит, так навскидку, смерть наступила где-то между 4 и 6 утра. Угу. От единственного проникающего ранения в область сердца. Единственного? Да он весь в дырках, как дуршлаг. Другие удары неглубокие, хаотичные, как будто совершались в состоянии аффекта. Стало быть, не заказуха. Как это... Жена не проснулась во время убийства. Палыч, она на моих глазах приняла сильнодействующее снотворное. Крепкий 8-часовой сон. Будить в это время бесполезно. Ладно, я пошел писать заключение. Если не киллер, тогда кто, грабитель? Да не, какой грабитель? Бабки все на месте. А вот и орудие. Салфетку принеси. Так.
Ну-ка, отваляй отсюда. Так. Палыч. Ага. Ну, отличная находка. Где очки-то? Да. И редкая. Похоже на ритуальный нож одного из кенийских племен. Вот, смотрите, бог мести. Такой нож высасывает душу из обидчика, и потом оно служит убийце. А-а-а. Откуда такая осведомленность, Юрик? Читать люблю. Шамарин вроде несся к жене. Позабыл зубную щетку взять, а тут нож ритуальный. Странно, а? Вроде мужик-то здоровый, а защищал себя подушкой. Хочешь сказать, что он дал себя убить, что ли? Вот именно. Mm-hmm. Потому что не ожидал нападения. Напал близкий человек. Да. Это портье, Иван. Слушаю. Боюсь, плохие новости. В люксе нашли тело вашего тестя, Игоря Шамарина. В смысле? Он убит. Марк! Марк? Марк? Что? Откуда? Почему я в крови? Что? Откуда? У меня кровь.